Всем привет! В этом выпуске, да, ни о чем не будем говорить, просто поиграем в режиме, в определенном, да, именно смертельный бой. Висит, вроде надо выполнять контракт, но вот решил как раз и по этому поводу записать небольшое видео для вас. Все мы играем в этот режим, да, каждый выполняет этот контракт, и вот посмотрите просто, как, допустим, я играю в смертельный бой. Ну, карта мне вот эта, кстати, не нравится. Я не знаю, почему прям она мне вот самая нелюбимая моя почему-то карта. Ёлки-палки. А вообще мне смертельный бой режим не очень нравится. Ни один из лучших, на мой взгляд. Потому что в смертельном бою тут чисто такой экшен идет, да, и что они возрождаются, противник, где угодно, за спиной ты и так далее, ты позицию занять не можешь, позицию выбрать, и от этого суматоха начинается. Как говорится, угроза может с любой стороны быть. Постоянно надо играть с оглядкой назад. Не то, что там, да, в командном ваша группа там, да, занимает какую-то позицию, отталкивается там от базы, и ты знаешь, что у тебя за спиной возрождаются твои игроки, появляются. Вот, а в этом режиме, да, ты можешь хорошо там играть, но тебя будут убивать, там вот за спиной появился, допустим, и все. Ну вот, например, только посмотрел, нету, только отвернулся, он уже здесь. Или там, например, занял, да, позицию какую-то, стоишь, спокойно убиваешь, раз сзади тебя появляется, и все. Как говорится, взял тебя врасплох. Да что ж, сколько ж вас там? Целое нашествие. Ай-яй-яй, блин. Ух ты. Вот это да. Сидел там в засаде. Ай, не вовремя перезаряжаюсь. Ну и где он? Кто тут? Ага. Вот так они и шкерятся. За каждым углом. Чуть-чуть не дотянул.
Ай, блин. Ну, неплохо, наша цель в тройку зайти считается как победа. Так что этот бой нам в зачет идет. Ну вот, ребят, просто поиграли, как говорится. Ладно, все, спасибо всем. Счастливо. До следующего видео.